Hi everyone, we are at Robert Garcia Boxing Academy in Oxford with one of the best fighters in the world, Vasyl Lomachenko. I'm gonna interview him in Russian and we'll be translating for you. Ask for his favorite music. Does he listen to Баста? О, хороший вопрос. Какую музыку ты слушаешь, когда ты тренируешься? Ну, мне нравится Deep House. Понятно, понятно, что рэп, и русский, и американский, и латинский, даже я там понятен, я могу не понимать, о чем там говорится, но если там хороший ритм, хороший бит, оно качает тебя, оно тебя заводит, оно подходит для твоей тренировки. Ну, в основном я слушаю Deep House. He's such a nice guy. How does he turn it on in the ring to become a killer, but outside of the ring? Скажи, как так получается, что здесь ты такой классный, простой человек, добрый? Ты очень добрые глаза. Но на ринге ты превращаешься в такую машину монстра. Я не могу себя назвать машиной монстра в ринге. Это больше относится к Triple G, это больше относится к Тайсону. Но когда я выхожу, я наоборот хотел бы, чтобы мой бокс ассоциировали, наверное, с чем-то большим, чем просто какой-то зверь в клетке. Я хотел бы, чтобы меня ассоциировали с художником, который пишет картины. I would like for people to think when I'm at the ring more than just a boxer, more than just a killing machine, but for the artist who makes paint, who paints. So the last question, who's his favorite fighter in history? Мне сложно это сказать. Очень много боксеров мне нравится. Мы вам не мешаем? It's okay if we interview here. В общем, когда я уже говорил по поводу этого, когда я был маленький, совсем маленький, для меня был примером Майк Тайсон. Я когда я подрос, достиг там 15-16-летнего возраста, для меня был бог бокса это Рой Джонс. Рой Джонс was the god of boxing for me. Также Мухаммед Али. And also Muhammad Ali. Но сейчас, когда я уже поднимаюсь на свою ступень, когда я делаю что-то новое в боксе, Я не имею права кого-то выделять из боксеров. Они все достойны уважения. I can't tell that one is better than another one. They all earn to be the best. Профессиональную, которая будет длиться, я буду дарить вам красивый, качественный бокс. Это для вас. During all my professional career, I will provide you good, interesting fights and shows. Все? Да, не все, еще не отпускаю. It's not end right now. Окей. Для всех детей, которые в боксе, которые занимаются этим профессионально, у них бывают моменты прям плохо, когда они хотят все бросить. Можешь ты их как-то вдохновить, когда они это посмотрят? Can you inspirational message for all the kids when they were trying to give up? Дорогие друзья, наверное, дорогие ребята, я к вам обращаюсь. У меня были моменты тоже, когда мне было тяжело. Но это все было связано с работой в зале. С моей учебой. У меня рядом был мой отец, мой тренер, который поддерживал и помогал мне всегда в трудную минуту. I always had my trainer, who is my father, who would support me every hard moment in my life. Но самое главное, у меня в жизни была цель. But the most important, I always had a... Oh, man, I don't know how to say that. Ну, мечта, dream. The goal. Yeah, the dream, the goal I always had. У меня была мечта, ради которой
я вставал по утрам рано на тренировку, ради которой я делал все то, что говорит мне отец. Mm-hmm. И я жертвовал всем, что нужно было, необходимо было для достижения этой цели. Mm-hmm. Every time I woke up, I got up from my bed every morning, I had a dream. That's why I was following it every time, every morning, because I had a dream. Поэтому ставьте перед собой цель, неважно какую, ставьте и достигайте ее, и не ломайтесь, не отходите от нее, не отказывайтесь от нее, идите до конца. Have a dream and follow your dream. No matter what, just follow your dream. Скажи, сейчас политическая ситуация Украина-Россия. Mm-hmm. Я с Россией, ты с Украины, мы сейчас сидим на одном ринге. Совершенно классный и вообще просто супер общаемся. Как ты относишься к этой ситуации? Political situation between Ukraine and Russia. I'm Russian, he's Ukrainian. We're sitting here in one ring, we have a great conversation. What do you think? Ты знаешь, ну, это политика. You know, it's politics. Это война верхушек. Народы, it's a war of the top people. Народы, мне кажется, они всегда будут оставаться... Как тебе объяснить? Ну, это братские народы. Россия, mm-hmm. Украина, Белоруссия, mm-hmm. Молдавия. Это братские народы. Mm-hmm. Поэтому есть часть людей, которые mm-hmm. отказываются от этого. Mm-hmm. Есть часть людей, которые, когда говорится о другой стране или о другой национальности, у них там mm-hmm. волосы дыбом Россия. Всех. Да, у них волосы дыбом становятся, и это mm-hmm. как негатив у них mm-hmm. сразу же. For all people, simple people like we, we always brothers and sisters to each other. We always have a good relationship. So, поэтому, yeah. поэтому я думаю, что не стоит обращать на политические, наверное, don't pay attention to politics. Какой-то занавес, а просто быть братскими народами, так как это нас наоборот сплочает, нас это наоборот. We brothers and sisters, guys. We family. So, there you have it. Another great video for ES News. For ESNewsReporting.com, I'm Ellie Sekpak, reporting. And you can follow me on Twitter, at Sekpak. And you can follow me on Instagram, at Ellie Sekpak.